Всем привет, друзья! Тема сегодняшнего видеоролика – монтаж сайдинга под камень. Перед тем, как показывать непосредственно сам монтаж этих панелей, которые вы только что увидели и которые увидите в дальнейшем, хочу высказать свою такую точку зрения по поводу этого материала, потому что это материал новый. Недавно компания Дёки начала его производить. Называется он Bergard. Мы первый раз его монтировали. Возможно, кто-то из вас захочет себе такой же фасадный материал, поэтому мое субъективное мнение. Стоимость панелей. Стоят они 500 рублей квадратный метр. Если мы говорим про все фасадные материалы, которые существуют на рынке, в среднем они стоят 1000 рублей квадратный метр. Эти панели стоят 500 рублей квадратный метр. Смотрятся они очень достойно, поэтому цена, я думаю, что для многих будет таким важным таким параметром, которые будут переманивать вас в сторону этих панелей. Второй момент – монтаж. Если мы говорим в целом про монтаж, то у этих панелей есть какие-то свои нюансы, какие-то свои особенности, но по большому счету это то же самое, как и монтаж винилового сайдинга и монтаж пластиковых фасадных панелей. По монтажу вот, примерно то же самое. На данный момент существует 4 цвета у этих панелей. И в целом, если вы рассматриваете вариант отделки пластиковые фасадные панели под камень или под кирпич, то реально вам стоит задуматься о таком фасадном материале, как Bergard. Потому что даже себе я, после того, как мы смонтировали эти панели, после того, как я их пощупал, потрогал, погнул, я понял, что теоретически я могу их использовать у себя на своем дачном доме, который находится в Истринском районе. Сейчас у меня идут переговоры со своей женой. Если я смогу ее уговорить на такую отделку, то, скорее всего, месяца через два вы увидите еще один ролик по монтажу этих панелей. Всем рекомендую, по крайней мере, задумываться о таком замечательном фасадном материале, а так приятного просмотра. Монтаж сайдинга начинаем с установки стартовой планки. Для того, чтобы установить стартовую планку, нужно взять гидроуровень и по уровню сделать отметки, потом натянуть нитку и по этой нитке уже непосредственно устанавливать стартовую планку. После того, как мы сделали все разметки, установили нитку, начинаем прикручивать стартовую планку к обрешетке саморезами с пресс-шайбой длиной 19 мм. Когда мы устанавливаем вторую стартовую планку, мы сразу смотрим, где у нас будет идти стыковка. Стыковка у нас в воздухе, конечно, ну, практически вот она заходит на обрешетку. Теоретически можем так оставить, но для настоящих эстетов мы должны сделать отметку. Вот эту часть мы должны обрезать и, соответственно, сделать нормальный стык на обрешетке. Чем удобно использовать широкую обрешетку, то что на ней удобно делать стык. Обратите внимание, какую форму имеет стартовая планка и как она смотрится, когда на нее одевается панель. То есть вот так вот эта панель, да, и, соответственно, вот так вот она у нас в одетом состоянии в стартовой планке. Чуть задвинь, вот так вот. Да, вот так вот она выглядит у нас. После того, как мы установили стартовую планку по всему периметру, нам необходимо установить угол. Для того, чтобы нам установить угол, нам нужно выполнить одно правило. Вот у нас сверху идет такая деталь, которая называется G-профиль. Мы ее специально поставили, мы сформировали карнизный свес. У нас верхняя часть угла не должна доходить до G-профиля примерно на 1-3 мм. А снизу у нас вот есть стартовая планка. И вот в верхней части стартовой планки мы должны отмерить 43 мм. После того, как мы отмерили 43 мм, это у нас будет нижней частью угла. Соответственно, сейчас вот этот размер мы будем снимать. Начинаем снимать размер. Сняли мы размер, у нас получилась длина 2,5 метра. Резать будем его болгаркой. Диск у нас по бетону алмазный, маленький, 125. Вот этим диском мы сейчас будем резать наш угол наружный.
Начинаем устанавливать угол. Значит, сверху он у нас должен несколько миллиметров не доходить до, как я уже говорил, до софита, до G-профиля. Первый саморез мы закручиваем в верхнюю часть нашего овального отверстия. Саморезы с пришайбой длиной 19 острые. Дальше от этого самореза мы отмеряем где-то 20-25 сантиметров. И уже в середину овального отверстия мы закручиваем другой саморез. И немножко отпускаем. Так, чтобы он был немножко так прижат, чтобы у него был ход у этого угла. Если вот так вот посмотреть, у него у угла и самореза вот будет такой вот небольшой люфт. Это говорит о том, что саморез закручен правильно. Дальше, прежде чем нам устанавливать первую панель, нам нужно обрезать вот этот замок, чтобы он у нас без всяких проблем встал в угловой профиль. Обрезать мы будем болгаркой. Обрезаем панель вот под эту часть. При монтаже панелей и вставке их в угловой элемент нужно обращать внимание на один момент. Значит, у нас панель, она доходит не до конца углового профиля. Почему? Потому что у материала есть линейное расширение. Сейчас у нас температура 20 градусов, то есть панель при такой температуре она увеличивается максимально на 3 мм, уменьшается максимально на 7 мм. Поэтому целесообразно край панели, у нас здесь вот край панели, не доводить до угла примерно на 5 миллиметров, то есть на пол сантиметра не доводить. После того, как мы вставили панель в стартовую планку, подвинули ее к углу, на всякий случай перепроверяем уровнем, все у нас ровно, и начинаем прикручивать первую панель саморезами длиной 19 миллиметров с пресс-шайбой острые. Закручиваю в середину овального отверстия. Чуть-чуть не докручиваем, так, чтобы у нас у панели был ход. Когда у нас попадает вот такое место, у нас, в принципе, если мы вот сюда будем закручивать саморез, то он будет попадать в край. Желательно вот это вот отверстие сделать более широким. Это можно сделать спокойно болгаркой. Теперь у нас вот это вот отверстие широкое, и спокойно вот в это место мы будем закручивать саморез так, чтобы у нас не было препятствия движению угла, и в то же время, чтобы у нас также ходила панель. Фишка еще этих панелей состоит в том, что вот у нас есть стыковочное место, и нам не обязательно делать стык на обрешетке. В инструкции по монтажу написано, что стык мы можем делать в любом месте, как на обрешетке, так и между обрешеток. Это немножко упрощает монтаж, потому что нам не нужно супер задумываться о том, как нужно их монтировать, эти панели. Мы просто берем обрешетку, делаем шаг по центрам 400 мм и вот так вот ее устанавливаем. Дальше начинаем устанавливать следующий ряд панелей. Уже вот эта часть у нас обрезана, подготовленная. Как резать, мы вам показывали. Начинаем вставлять ее в замок. И легким движением вставляем ее в угловой элемент. Защелкиваем ее в замок полностью по всему периметру панели. Значит, есть определенные нюансы, которые мы должны учесть. Первое, так же, как и нижняя панель, у нас верхняя не должна доходить до угла, в нашем случае, на пол сантиметра. Второй момент, так как у нас идет кладка кирпича,
Вот если мы смотрим на панель, у него верхний кирпич идет маленький, потом идет большой, потом маленький. И нижняя панель должна быть то же самое. Она, вот этот верхний кирпичик должен также попадать, как и в самой панели. И третий момент. Вот здесь вот у нас идет стык панелей. Следующий ряд у нас стыковка панели должна обязательно быть в другом месте, хотя бы на чуть-чуть панель должна смещаться, чтобы у нас стык был не в одном месте, а стык был в разных местах. И дальше мы уже начинаем закручивать саморезы 19-й шприц-шайбы шагом 400 мм, там, где у нас идет обрешетка.